Привет, девочки из А ты не Вьетнама. для этого не играйся с едой. А. Куда ты ее засунешь? Огурец, что ли? И Катя такая выдергивает, вот, да, блять, опять салат говном вонять будет. Ну зачем? Дима заебал. Все овощи в доме испортил. Стоит на 2 минуты отвернуться. Я просто там... Ну, ананас-то положи уже на стол. Просто никак кто-нибудь видел живую? Сань, пришли фотку. Сайды, думаю, подолочим. Желательно не члена. Извините, у меня там фотки члена. Ну, бля. Не своего. На семейных фотографиях. Телефон забит. На семейных фотографиях. Что там, есть царские 1080p, 60 кадров? Да. Да, есть. Зашибись. Видите, ваши деньги не зря ушли. Куда-то. Не зря ушли на рулетку. Так, а чё Денис меня инвайтит? А, Денис? Денис? Что? Иди нахуй. Денис не так говорит. Так, конечно, а как он говорит? Я сейчас не знаю, если кого-то спародировал. Что это за голос? Когда у меня такой голос был? По-моему, сайт от всех так пародирует, потому что он меня точно так же пытался. Не, тебя, кстати, он похоже пародирует. Ой, иди нахер. Привет, я Заки. Я готов убивать людей. Денис, в смысле, Санёк. Кто к нам? Не. Услышу хоть раз твоё... Бля! Я тебя обоссу. Сайдет. Такой пародист Сайда не умирает. Лобанов такой вопрос. Стопа, Сайдет есть в ВК? Сайдет везде есть. Обернитесь. Опаньки, это что у нас такое? Да это же сообщение от крутейшей мобильной игры Raid Shadow Legends. Вы уже наверняка в числе 15 миллионов пользователей, скачавших Raid за последние полгода, ну а такой хорошей игре грех не упомянуть еще раз. Тем более, что качать чемпионов вы теперь можете не только на мобильных устройствах, но и на ПК. Обе версии, кстати, полностью совместимы, то есть ваш прогресс никуда не денется. Скачав игру по ссылке в описании, вы получите 10 загадочных осколков, разбив которые вы сможете пополнить коллекцию новыми чемпионами. Если же чемпион окажется слишком слабым, не беда. Его всегда можно пожертвовать и получить ресурсы для прокачки более сильных персонажей. А вот это ничего так, пожалуй, оставим. Кроме того, прямо сейчас среди новичков, скачавших игру по ссылке в описании, Raid проводит конкурс, в котором у вас есть шанс выиграть один из 6 iPhone 11 Pro Max, а трое игроков, достигших самых высоких уровней, разделят между собой два мощнейших игровых ПК и MacBook Air 13. Для участия нужно не забыть привязать аккаунты к Facebook или Plarium ID. Конкурс проходит до 31 января. Не теряйте времени, качайте Raid по ссылке в описании и получайте 100 тысяч серебряных монет, 2 ключа кланового босса, 10 загадочных осколков, а также крутого чемпиона палача в качестве бонуса. Торопитесь, бонусы действуют всего 30 дней. Продолжаем интеллектуально развиваться. Что-то нехорошее приключилось, ребят. С кем? Со мной. С тобой, да. Через минуту вернусь. Убить меня нарезать. Интересно, как давно это произошло? Блин, наткнулся на картинку, блин, там Google... Фу, точнее, не в том смысле, в котором ты имеешь в виду. Не, в мейл-ответах какой-то чувак спрашивал, блин, что значит слово коксакер? Меня начальник уже так 2 года называет. Типа, когда хвалит, типа, такой лучший коксакер. Мой коксакер. Коксакер месяца. В офисе портрет. Это из Ведьмака? Это гимн Таиланда? Да. Просто Костян такой его поешь, это что угодно может быть. Ах ты, сука. Я узнал. Ну а чё, Костян, кто-то ещё правду скажет? Понятно, блять. Понятно. Я думал, мы в одной команде. А ты, сорокоёб. А этот что при чём? Как бы да, но это к делу не относится, сказал Саня.
Мне нравится, как Костя еще долго подбирал слово. У него, походу, список на бумажке есть. Я открыл свой блокнотик, так подумал. Пальцем так провел. Это слово на мече нельзя. Пальцем, так сказать, провел. Соскреб это слово. А давайте сами натянем. Как он заебал? Опять на желтый тот же самый ебок. Я убил там. Ты третий раз на него попадаешь. Ты что, кто в это виноват? Я не попадался. Вон, ты видел указку чью-то? Чья указка? На диване указка. Да, он тут уронил. Прямая, в смысле, какая прямая? Тут единственная прямая лестница. Где? Красавцы. Давай, Саня, есть. Не-е-е. Крысы разделаешь, Эйс. Единоличник хуев. В смысле, единоличник? Ты человек в этом раунде выбил, нет? Четырех. Ну... Без комментариев. Стремящийся спасать жизни выходит на поле боя. Правда, порой ему приходится делать нелегкий выбор. Бля, мы сейчас все не заделаем, да? Блин, когда Сань, уже? Шмани меня, плес. Когда уже там минус наконец-то будет? Ой, блять, ну не этим же, Саня. Стой. Никогда, Денис, спасибо. Никогда больше не проси Саня шмалять тебя. Я забыл, с кем имею дело. Уже бегут. Сзади. Опа. Что? А чё, почему? Я ничего не делал. Саня, заебал. На втором кто-то есть. Ну, меня с первого убили. Да, бля, сойдут, ну. Саня. Бежит ко мне, бежит ко мне. Пацаны. Уронил. Убей меня. Сорян, Сань. Блять. Хорош. Ну, Саня. Ну, сорян. Ну, он ее же пули. Причем, блин, вплотную подбежал. Пока, всем привет, я еще пришел. А у кого там на заднем фоне карлики разговаривают? У нас у всех, Сань. Ебать ты смешной. Я сначала не понял, а потом как понял. Заки разыграл эту карту, отражающую. Чё-то мне убить кого-то захотелось. Меня все заебало, я протянул от роутера витую пару. Я что-то, ты сказал витая пара, я подумал оптоволокно, блять. Не, оптоволокно у меня торчит в роутере. И в сраке. И в сраке, один да. Один ходит в роутере, другой в сраке. Блядь, какой ты ебанутый, просто пиздец, наглухо, блядь. Так он из дома не уходит. Тебя чё белки, блядь, в лесу воспитывали? Или ебали. Белки-долбоёбы умственно отставы. Новогоднее настроение. Кто не взял? Я взял. Кто не взад? Я взад. Стоял бы, блядь, с пистолетом, как бы задумал. Да, сейчас 1080p, 60 кадров. Я обновился. Видите, ваши деньги не пошли впустую. Ты, я смотрю, не только FPS поднял, но еще и слова какого-то хуя тянуть начал. Да. Я обновился, теперь 60 FPS. Сразу такой с аристократским каким-то говорком начал общаться. Да. Еще мышку держит, так оттопырив мизинчик. Сука! Че-то порвало. Это он не сдох. А чё он за пищу делает? У него рука вниз тянула. Да, вот за пищу схватил. Самое дорогое решил сберечь. Ну где ваш инвайт? Сейчас я игру запускаю. Ну или Димка пусть он раскидает. Ну, даже на быстром SSD, Саня, это быстро происходит, к сожалению. Космические технологии. Это какой-то дар у человека просто вообще в любой разговор, никакого отношения к SSD не имеющий, вплести ебучий SSD. Вот никто не спрашивал про SSD.
Блин, у меня уже 4-е обновление пошло в Дискорде. Оно... Она такая быстрая, знаете почему? Закил HDMI кабель. Это Дима у нас ебло всасывает свое. Не обращайте на него внимания. Это я? Это ты? Да не, это не я, но это... Профессиональный всасыватель ебла. А может я, когда это... Ой, господи, я не этот звук погодить. Так, делаю. Сайдер случайно на своем родном языке сказал фразу. На монгольском, что ли? Нет, на языке твоей мамки. Кухонка. Да? Ты оттуда что-то пожрать стащил, да? Нет, кухонка. Да. Не правда. Да. Закуска из-под пива, что ли, остал? Ну да, доедай то, что не доел. Зайки, нахуй тебе эта информация? Мне очень интересно. Ладно, между прочим, по-моему, у китайцев, японцев принято, короче, постоянно про еду говорить. Типа, что ты вчера поел, что ты сегодня поел. Ой, бля, все нахуй. Ты намекаешь на то, что ты азиат? Нет. Ну так заткнись нахуй.